Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Phantom Doctrine. Ну что же, а у нас с вами появилось одно новое дело в аналитическом центре. Я про него прекрасно помню. Давайте сейчас сразу им и займемся. Так, нам тут надо выделить организацию и тут организацию. Серьезно? Хорошо. Бабники. И здесь. Ага. Французы, нет. Ага. Амстелла. Экскаваторы. Хорошо. Экскаваторы. Смотрим, значит. Кобальт и Афина Паллада. Ничего такого нет. Что у нас здесь? Два слова. Мистер Рейган. Нет. Кто-то из КБ шпионит за вами для Якудзы. Серьезно? У нас есть связь с Якудзы? Интересно вообще. Так, что у нас здесь? Товарищи, писать врагов из кобальтов, солдатиков и Макс. Это обернулось провалом в люди и сбыли за этим замешанным, все по какой-то причине замялось благодаря стараниям общительного. Так, окей, есть новая связь с Максом. А, подожди, у нас еще есть тут, получается, связь. Да вот, выдели, пожалуйста. Общительные солдатики, пока этого ничего нет. Здесь у нас Гладио какая-то связь появилась. Поля Альбиона и Коготь Рыси. Ничего из этого у нас нет. Окей. С делом закончили. С делом закончили. В центре у нас находится сейчас Портвейн, уже заканчивает. И сейчас, наверное, мы с вами отправимся... Нет, мы пока сейчас с вами никуда не отправимся. Мы сейчас сначала с вами подождем. Так, у нас здесь работает информатор. Подождем, когда все наши агенты прилетят на место. Так, Портвейн прокачался. Вернуться в центр, качать больше пока некого, да? Все остальные у нас находятся не на базе. Ладненько. Не сюда ехать. Хотя, давай посмотрим, что у нас тут есть. Здесь ничего. Здесь по броникам тоже ничего. По оружию... Чтобы лишнее продать. В принципе, есть что продать. Допустим, тебя продать и тебя продать. Хорошо. Так, эстрелы у меня, по-моему, нету, да? Заказа на эстрелу. Да, эстрелы я не могу. Окей, хорошо. 1900. У нас, по-моему, что-то производится, да? Фильтрация информационного шума, да. Производится в мастерской. И давайте пока продолжать. Так, прокачался у нас механик. Отлично. Но эстрелы у меня нет, опять же. Пусть пока стоит снайперка. Так, а агент здесь уже находится. Но здесь надо проводить штурм, поэтому пока мы этим не занимаемся, ждем еще двух, трех агентов. Уже двух. Так, оракул прокачался. Но оракула есть, все, что пока надо, да, ему. Револьвер. Ну, пусть пока стоит. Аптечки у него, кстати, тоже нет. Но я брать пока ему тоже не буду аптечку. Без аптечки пока посидит. Так, наверное, пока надо вернуть этого агента на базу. Потому что мало ли вдруг кого-нибудь сможем быть сейчас в центре физической подготовки прокачать. Да, допустим, оракул того же самого механика. Вот механиком и займемся, потому что у него есть, опять же, перк, что его не спалят агенты вражеские. Пусть пока обучается. Так, информация от информатора. Новый потенциальный агент Мямля. Пока продолжаем. Прокачался отлично. Давай сюда же. Вернуться в центр. Ага. А вот здесь ему не дается, кстати, очков действия. К сожалению, но не дается. Ладно. Не всем, значит, дано. Так, агент прибыл.
Информация получена в результате анализа сигналов. Обнаружен враг Павлин. Ага, в посольстве в Стокгольме, да? И здесь Веснушка. Вернуться в центр. Теперь можно заняться будет оракулом. Вот оракулу дали, кстати, 3-е очко действия. Убийство Гавана. Наши агенты сорвали встречу Веснушки с фальсификатором, разнеся последнему голову точным выстрелом из крупнокалиберной снайперской винтовки. О как. Так, хорошо, здесь что у нас? Испортить вечер. Давайте. С Гавана летим. Начинаем задание. Здесь у нас появился информатор, кстати, да? Окей, наверное, пусть эти два агента сидят здесь. Если что, потом появится на... Мы их вернем на базу. Здесь есть какая-то активность. Может быть, отправить агента одного. Допустим, механик у нас прокачался. Пусть летит туда. Снижает количество ложных сигналов на карте. Хорошо, вернуться в центр. Давайте посмотрим. Так, термин. Надо дать же термину задание, пусть он делает... Глушак. Ну и здесь пока копим мы с вами деньги на то, чтобы сделать пристройку к агентам. 3000 это будет стоить. Хотя, в принципе... А, нет, ну я не могу сейчас все равно в жилых помещениях. У меня 14 из 3. 3000 надо будет накопить. Надо будет 3000 накопить. Здесь надо будет дождаться сейчас агента. Так, вернуться в центр. Да, это вот снижает, получается, ему очки действия. Это плохо. Это плохо. Мне надо, чтобы они ходили на 3 очка действия. Поэтому нет. Этот вариант мне не подходит. Слишком много чего снижается, поэтому нет. Так, здесь уже почти долетели, сюда почти тоже долетели. В процессе как раз у нас тактическая разведка. Отлично. Предмет изготовлен, глушитель. Хорошо, вернуться в центр. Либо давать еще один. $750 будет стоимость. А я уже почти накопил на пристройку, да? Давайте лучше я подкоплю. Тем более, в принципе... Хотя, смотри. Мы сейчас, скорее всего, пойдем по основному сюжету и будем здесь проводить штурм в Стокгольме. У нас здесь все завершено. Поэтому почему бы и нет. Только давайте сначала посмотрим. В жилых помещениях... У кого есть маскировка? У термина есть маскировка, у него 127 здоровья и 3 ходит. Хорошо, допустим. У кого еще была маскировочка? Сейчас быстренько вспомним. У бочки, ну, 104 здоровья, не подходит. У механика 102. Короче, термин у нас сейчас прям в лидерах. В маскировку. Портвейн тоже, но у него 105 здоровья. У оракула нет. Хорошо, значит, тогда с вами проводим штурм. Это у нас основное задание. Забрать отчет. Давайте штурмовать. Так, термин. Термин сразу идет в маскировочку. Эти агенты уже сразу добавлены. Ни у кого, кстати, нет отмычки. Вот что плохо. Вот что реально плохо, так это ни у кого нет отмычки. Это мне не нравится. А знаешь, мне что еще не нравится? Я бы хотел бы поставить тогда термину. Ну-ка, оборудование посмотрим. А, у термина стоит ствол, шестиугольная нарезка. Это хорошо. Но мне не нравится, что ни у кого из них нет отмычки. Вот это вот плохо. Ну-ка, пройдемся по оборудованию. У нас стоит там... Подожди, у нас стоит там кто? Бочка... Блин, я не то сделал. Еще раз давай. Так, использовать маскировку. Раз.
кому-нибудь поставить отмычку. Боезаряд. Отмычки нет. У бочки отмычки нет. И у нас меридиан. Вот у меридиана есть отмычка. Я ее беру, поставлю я ее кадьяку. Либо не кадьяку, а... Я могу поставить, кстати, термину, отмычку? Не могу. Блин, это бред какой-то. Почему нельзя поставить отмычку? Термину. Это же не такое палево, правильно? Ладно, пусть будет так. Все, поехали. Ну что, начинаем. Значит, получается, место высадки у нас либо здесь, либо вот здесь. Но здесь есть лазеры. И лазер сначала надо будет отключить. Но мы можем зайти уже сюда, в принципе. Забрать какие-то шмотки. И больше никуда пойти не сможем. И опять же, надо будет ждать отключения лазеров. И не факт, что, кстати, они могут здесь отключиться. Вот это, кстати, интересный момент. Они же могут здесь и не отключиться. Так, смотри. Давай, наверное, все-таки... По идее, если я провел тактическую разведку, значит, мне должны быть доступны все предметы, и видно будет. Здесь отключаются камеры. Здесь отключаются лазеры. А, нет, это собрать документы. Подожди, а где... Ну, кстати, еще есть вражеский агент. Ну, наверное, все-таки я буду делать высадку здесь. Это однозначно. Если что, здесь заныкаю ребят. Потом уже пойдем сюда. Будем смотреть, что с этой стороны. А где мне поставить наблюдатель? С какой стороны лучше? Либо с этой стороны. Наверное, лучше с этой. Это у нас получается что? Восток. А у нас только доступно три стороны, да? Ну вот восточная сторона будет наблюдатель. Скорее всего, линия отхода, наверное, будет где-то примерно же вот здесь. Вернее, эвакуация. А, здесь еще и камеры отключаются. Ну вот хорошо, что я правильно выбрал эту территорию. Это хорошо. Вот как, куда мне поставить лучше, блин, дымовуху, если что? Снайпера, наверное, я сюда же поставлю. А вот дымовуху, где будет эвакуация проходить? Может быть... А, восток у меня недоступен. Запад. А, нет, подожди, я как раз-то сейчас поставил-то на восток. А мне нужно на запад. Не туда поставил. Запад, запад. А здесь восток. Посмотрим, как будет так. Поехали. Я тут уже 100 лет не был. Кто там, интересно, штаны об мое кресло протирает? А где потом папка, братан? Почти в кабинете посла и в архивах. Досье называется «Шведская налоговая отчетность 1651-1700». Еще посмотрите на крыле ЦРУ на последнем этаже. Эти маньяки все читают. Спасибо, выручил, ничего не скажешь. Да, что-то как-то ничего не скажешь, это мало сказано. Ну смотри. Здесь уже получается запретная территория, но камеры здесь вроде бы нет. Я пока стану сюда, это у нас кадьяк. Так, я тут никого не вижу, отлично. А, вещь ты не сможешь забрать, поэтому просто тебя перекидывай сюда. Термин. Термин уже находится внутри. Здесь вырубаются лазер. А, тут что-то есть. Ага, а что здесь есть? Камера? Камеры я тут не вижу. Возможно, кто-то нас здесь спалит. Так, здесь у нас в офисе ничего нет. В офисе ничего. Здесь есть документ. Отлично.
Так, ну давай для начала. Идем сюда. Так, есть мент. Он, кстати, пойдет назад. Вот тут будет идеальное место его вырубить, если что. Посмотрим, как он дальше будет себя вести. Оракул тогда у нас идет сюда, потому что надо будет здесь вырубать камеры. Это займет 3 хода. Блин, а где здесь 2 хода есть? Вот, допустим, сюда 2 хода. До запретной территории посмотреть, может быть, там кто-то есть. Но он вроде никого не видит. Тогда давай сюда ход. Так, вроде нормально, да? Никого здесь нет. Хорошо, продолжаем. По-моему, он здесь лазит один. Здесь надо же опять вырубать, мне кажется, всех подряд, потому что что-то пойдет не так обязательно. Все вот такие операции, которые проходят по сюжету, они проходят, как говорится, через одно место. Тяжелый, ваш целых 2 тяжелых броника, нифига себе. Так, ну попробуешь пойти сюда. Все-таки я надеюсь, этот лазер отключится. Need me? Так, ход, допустим, на отключение лазера. Замечательно. Так, ну и... чтобы его вырубить. I'm going. Need me? Так, соблюдайте скрытность, пока не отключите видеонаблюдение. Не обязательно. Ну, скрытность я пытаюсь соблюдать. Так, у тебя оракул тоже, по-моему, 3 хода, да? Да. Ну, я вроде здесь никого не вижу. Хотя хрен его знает, вдруг кто-нибудь есть. Давай я ход сюда сделаю. Странно, что этот объект вообще не под контролем, да? Здесь камеры вырубаются, а никого нет. Так, одно из двух. Так, тут не забыть, тут есть еще документ. Так, ты у нас тогда спокойно можешь заходить. Давай постараемся как-нибудь, не знаю, аккуратно не выбивать стекла. Все-таки это посольство. Старайтесь не высовываться, во всяком случае, пока не включите систему видеонаблюдения. Я пытаюсь. Окей, термин. Термин прячет тело. Надо будет тогда забрать документ. А здесь, по-моему, нет видеонаблюдения, правильно? Тогда, наверное, у нас Кадьяк заберет документ, а ты давай, наверное, смотри. Что у нас здесь еще есть? Где вырубается еще камера? Камера вырубается, получается, уже на втором этаже. Здесь нам больше делать нечего. Давай попытаемся осторожненько пробраться на второй этаж. Нет, давай 2 хода сюда. Я не буду тратить целый ход. А караульные могут при необходимости повышать показатель брони. Это караульный. Артемиды. Но мне интересно, он палит мою маскировку или нет? Все-таки как бы мы заныканы, и у него еще и перк есть к этому. Может, пока лучше его оставить? Он все равно пока выходит туда, где камеры наблюдения. Так, ну здесь вроде получается нет... двери не заперты.
Может быть, лучше как-то вот так пройти на всякий случай. А, тут, блин, да идти очень до хрена, если честно. Ладно, пока остаешься здесь, оракул. Оракул отключил, может сваливать сюда. Ему там делать нечего. Ну и пока все. Так, как там получилось, что вы вытащили только... Даже не знаю. Нам показалось, что так будет правильно. Иначе они бы с голубы там померли. И что с ним случилось? Приехали ребята в костюмах, помахали документами перед нашим носом, забрали пленных, свалили. Молча. Так, окей, свалили молча. Хорошо, давай сюда. Окей, тишина. Давай сюда. Тоже вроде бы тишина. Термин. Можешь встать вот сюда. Здесь, по идее, еще должен быть вражеский агент. Дверь закрой. Камеру отключи. Отлично. Хорошо. Теперь можешь дверь открыть. Он пока стоит, и наш путь следующая жертва наша. Так, идешь сюда. Блин, давай как-нибудь, я не знаю, но, блин, ну не выбивай все-таки дверь, это в конце концов, вернее, окна. А, это у нас, кстати, он на парковке. Шведский полицейский. А он здесь, кстати, один? Может его вырубить? Давай на всякий случай я его вырублю. Он идет куда-то туда. Здесь еще один полицейский. Так, ну ты, наверное, сейчас фоткаешь. И бежишь помогать термину. Один из трех. Нифига себе. Сколько мне еще, кстати, осталось? Еще три вещи и два документа. Так, ну давай, Кадьяк, выходи. Здесь нам вроде... А, тут есть, кстати, тоже еще вещи. Окей, хорошо. Так, термин. Термин идет вырубать агента. Вернее, бойца. Бойца. 200 опыта, нифига себе. Так, ну и пока стоишь. Оракул. Я не вижу здесь мента, вот что плохо. Но я могу заныкаться сюда, да? Тихо. Охренеть. Фух, так, ну смотри. Мне интересно, он сейчас сюда выйдет, а если он повернется... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может быть, сюда заныкаться? Давай, наверное, сюда заныкаюсь. Если что, мы этого мента вырубим просто. Окей, термин пока тоже стоит. Будем наблюдать за оракулом. Поехали. Да, здесь, конечно, было бы безопасно, но у меня был вариант, что он развернется. Дойдет сюда и развернется. Но пронесло. Пронесло.
ты давай, наверное, у нас избавляйся от тела. Но здесь вроде должен быть агент. Мы же с вами посмотрели, когда этот провели разведку-то. Агент должен быть. Так, Кадьяк. Куда еще сможет пойти Кадьяк? Он сможет спуститься здесь вниз по лестнице. Ну какой в этом смысл? Забрать вот эти вот шмотки. Ну это сможет сделать сейчас Оракул, когда вырубит здесь мента. Тут-то больше ему делать нечего. Окей, ладненько. Тогда да, иди сюда. What up? Так, термин. Терм идет сюда. Открывает дверь. Видит здесь копа. И идет сюда. Допустим. Оракул сейчас не сможет его вырубить, да? Не сможет, прекрасно сможет вырубить этого. Это что у нас? Сделка. Наносит вашему персонажу 15 единиц урона, но повышает его показатель брони на 200. Продолжительность один ход. Не, подожди, пока не надо. Пока не надо. Мне надо, чтобы у меня заработал... вражеский агент, чтобы начал ходить. Чтобы понимать, где он находится. Так, ну ты пока да, стой на месте. До сих пор нету, да? Так, это гражданский. Вот тебе раз. Так, на цифру 1 пойдешь сюда. Откроешь дверь. Убедишься, что никого нет. Дверь, кстати, здесь закрыта, но... А нужна ли она нам здесь? Я думаю, что нет. Идешь сюда. Так, допустим. Но один ли он здесь? Вот в чем еще вопрос. Тут может что-то еще быть. Термин. Кстати, давай сюда на двоечку. Да, он здесь явно не один. Но это опасно. Это опасно. Так, термин, пока закрывай дверь. Пока стоишь, ждешь, надо будет избавиться от этого копа. Блин, но мне... Вот штурм, когда они будут делать, они будут штурм делать с глушаками или все-таки вот этим вот оружием, мне интересно. Ну, скорее всего, наверное, без вот этим оружием, без глушителей. Это хреново, если она будет делать без глушителя, блин. А, кстати, а что я забыл поставить-то глушители? Я же сделал глушители, блин. Вот лажа. Так, прорыв. А, кстати, а, нет. Или подожди, у меня снайпер, по-моему, тоже с этой стороны. Да, снайпер с этой стороны, допустим. Подожди, давай тогда сделаем разведку тактическую сюда. Подтвердить. Они стоят друг напротив друга. Кадьяк, по идее, сможет отвлечь. Нет, не можешь. А кто может? Термин может отвлечь? Подожди, у меня нет никого, кто сможет отвлечь. Вот это, конечно, лажа тогда получается. Ладно, пока тогда избавься от тела. Блин, засада засад. Это, получается, надо будет только делать прорыв. Прорыв.
Так, здесь гражданское лицо, которое меня палит. Это плохо. Но я смогу заныкаться здесь. Смысл подниматься я не вижу пока. Надо бы там забрать вещь. Здесь вроде бы никого, ничего не видно. Да, здесь не получится этими агентами провернуть операцию. Тут только получается штурм. Только штурм. Хреново. Хреново. Может, пока не трогать их? Кодиак, закрой пока, наверное, дверь. Жалко, что термин не может отвлечь, или хотя бы кодиак. Мне казалось, что кто-то из них мог отвлекать. Ну, нет так нет, что ж теперь уже не поделаешь. Ждем тогда, когда подойдет к нам сюда мент. Его надо будет вырубить, от него избавиться. Так, yeah. Термин. Окей. Okay. Допустим. Так, встал сюда. Хотя нет, что встал-то? Иди, наверное, сюда сразу, посмотрим, что с этой стороны. Надо бы собрать документ. Оракул. Оракул идет сюда. Два хода на это у него займет все дело. Так, здесь никого. Кодиак избавится от тела. Да, скорее всего, здесь придется проводить штурм. Хреново. Хреново. Так, а что, и все, что ли? У тебя закончились ходы? Класс. Кто это? Это гражданский. Гражданский не страшно. Ты смотри. Все равно получается... Никто шумиху не поднимает. Но, скорее всего, это связано с тем, что... Агента здесь нет вражеского. Наверное, я его буду готовить к штурму. Так, пока ты у нас ничего не видишь, я здесь сфоткаю. Отлично. Так, надо тогда, получается, вырубать гражданского, да, но у тебя не хватает ходов. Потому что гражданский мне будет мешать. Плюс ко всему, они будут еще паниковать. Так, оракул. Я смогу здесь прошурстить, да? Да, отлично. Замечательно. Так, ты сможешь вырубить гражданское лицо? Мясник. А что у него за перк такой, мясник? Убийство, совершенное лично, увеличивает скорость восстановления внимания агента. Чем больше убийств, тем больше бонус. Почему это считается убийство? Я не понимаю. Почему это считается убийством? Бред какой-то. Они же вырубают. Удар сзади. Опять тяжелая броня. Что ж ты будешь с этой тяжелой броней-то делать? Ладно, встанешь тогда сюда. В следующем ходу заныкаешь тело и продолжим дальше.
Надо будет тогда теперь проверить еще третий этаж. Здесь вроде получается у нас с вами никого нет. Мы все просмотрели, да? С этой стороны тоже никого нет. Сейчас гражданского здесь вырубаем. Ныкаем тело, проверяем третий этаж. Hi. Так, термин. Допустим. Так, ну ты тогда можешь уходить на лестницу. А Кадиака тогда мы отправим туда. Так, здесь избавляешься от тела. Самое главное, не забыть. Не забыть избавиться. Он еще и в перчатках, молодец, красавчик. Следов не оставит. Так, сразу сможешь подняться сюда. Замечательно. Не-не-не, чувак, ты чё? Кадьяк, ты так не делай. Так нельзя. Почему, блин, два хода? У тебя какие-то короткие ходы, что ли, стали? К штурму, наверное, я их потом буду готовить. Совсем забыл про этот глушитель. Я же сделал глушитель специально, блин, делал. И делаю, чтобы у каждого был глушитель на все, абсолютно. Но совсем про это дело забыл. Как раз три хода на то, чтобы убрать тело. Замечательно. Так, термин идет наверх. Два хода здесь. Да ладно. Гражданский. Ага, допустим. Но вырубить он ее не сможет, и сфоткать тоже не сможет, это однозначно. Ну, давай тогда поближе, что ли, подойди. Оракул. Оракул тащить сюда. Было бы классно, если бы, конечно, бы кто-нибудь из них смог отвлечь. Да ладно. И здесь целый боец. Ну тут надо работать вдвоем, тут еще гражданский лазит. Так, это у нас Кадьяк. Кадьяк на третий этаж не сможет выйти. Термин. Ну да, вырубаешь гражданского. Не, не получится. Знаешь почему? Потому что может спалить нас. Да-да-да-да-да. Это неудачная идея. Гражданский пока стоит, но этот пойдет сюда и может увидеть, что валяется тело. Не факт, конечно, но все-таки он сможет это сделать. Поэтому я лучше, наверное, сделаю снимок. Отлично. Так, и приду сюда. Здесь не смогу, получается, посмотреть, да? Ладно, хорошо. Оракул. Оракул, кстати, сможет подняться и зайти сюда. Ты у нас вроде стоишь на месте, никуда не идешь. Все замечательно. Я даже могу встать сюда. Вряд ли меня там спалит охранник. Это будет нелогично.
Допустим. Кадьяк идет сюда. Так, этот стоит, но Кадьяка сможет вырубить его. Прям будет идеально, да? Я не хочу использовать снайпера, я хочу получить опыт сам. Опыта тем более за это дают, отлично. Так, термин. Давай оракула, наверное, отправим вырубить... вот этого гражданского. Минус 20, это интересно, минус 20 мне опыта дается? То есть у меня отнимается опыт за то, что я вырубаю гражданского или нет? Допустим. Ну и, наверное, пока так оставим всех. Так, кто-то, получается, еще лазит здесь, на крыше. Кадьяк. Допустим. Теперь Кадьяк сможет забрать вещи. Легкая броня. Ну и, наверное, здесь доступ закрыт. Значит, пойдет сюда. Так, термин избавляется от своего тела. Выходит на балкончик и смотрит, что у нас там творится. А, подождите, еще вещь забрать надо, точно. А, это не с этой стороны. Окей. Так, сюда целый ход. Да ладно! А что ж ты так это... Тебе вообще по барабану, да, было? Я столько повырубал твоих агентов, а тебе все равно, да? Тогда смотри. Получается, оракул пойдет вырубать вот этого агента. Забирать тело он не будет, потому что мне надо, чтобы он смог вырубить. Consider it done. Вообще замечательно. Замечательно. Минус 81, это, скорее всего, наверное, было здоровье. Блин, нафига я так сделал? Ну, от тела все равно не смогу избавиться. Докладываю, документ у нас. Отлично, возвращайтесь на базу немедленно. Окей, а где будет место эвакуации? Угу. Эвакуация будет проходить здесь. Хорошо, я понял тебя. Так, ну я выйти здесь не смогу, у него остался один ход. Поэтому идешь сюда. Термин. Термин, наверное, оказывая помощь. Помощь окажет и потом пойдет у нас с вами вниз. А оракул заберет вражеского агента. Да, мне кажется, это будет самым лучшим вариантом. Забираем агента и сваливаем в точку эвакуации. Где-нибудь там заныкаемся и будем ждать, когда наши ребята справятся с этими двумя охранниками. Можно, конечно, в принципе, эвакуироваться, да, но что-то как-то мне хочется забрать последнюю-то деталь. Сколько там у нас осталось, да? Одна вещь осталась, блин. Ну, я сейчас еще раз гляну, посмотрю, может быть, у нас сможет...
Как вообще тогда что-то оказался в Швеции? Почему именно там? Меня туда назначили после войны. Общался с этим парнем с фермы, Фендером. И этот парень Фендер передал тебе отчет? Ну да, сказал, что ищут, что они ищут отчет, но он его размножил. Я забрал копию, положил в книгу о налогах. Неплохо, весьма умно. Так, давай здесь просветим. Не сможет, получается, забрать у нас термин документы, как ни крути. Поэтому придется провернуть операцию штурм. Так, сможешь спуститься вниз там? Отлично, сможешь. Наверное, стоит еще заказать эвакуацию, чтобы она уже стояла на месте, правильно? Я думаю, что да. Как он с телом будет спускаться по лестнице с третьего этажа? Это просто невероятно. Офигеть, еще и на скоростях. Молодец. Красавчик. Так, заказываем эвакуацию. Правильно я угадал, что, блин, получается эвакуация будет с этой стороны. Так, Кадьяк. Кадьяк, наверное, станет вот сюда. Термин встанет вот сюда. Но он пока сюда не доходит. Hi. Ну, Оракул, наверное, придется подождать. Ну, блин, до эвакуации он не доходит. Вот что плохо. До эвакуации он не доходит. Ну, то есть, я, наверное, можно где-нибудь здесь заныкаться в этом здании, да и все. Так, Кадьяк на месте стоит, термин идет сюда. Где дверь? Вот дверь. Так, Оракул, наверное, пока да, заныкается здесь, с этой стороны. Мне кажется, он сможет дойти. Когда начнется шумиха. Может быть, еще ход сделать, оставить на всякий случай. Давай, наверное, я сделаю еще один ход. Перестрахуюсь, так сказать, на всякий случай. Допустим, теперь Оракул. Оракул, мне нужно, чтобы ты заныкался вот здесь вот. По идее, он должен дойти. Кадьяк. Прорыв. Подожди, стоп. Сначала давай просветим. Еще раз зону. Так, делаем прорыв. Ближайшие агенты двигаются в указанную область, обстреляя всех встречных врагов, подавляя вражеский дозор. Необходимо хотя бы два агента. Ну, давай. Посмотрим. Серьезно? Что, живой остался, что ли? Охренеть. Как так-то? Обалдеть. А сможешь его вырубить? И вырубить не сможешь. Серьезно? Серьезно? Остался в живых. Я офигею. Снайпер.
Где мой снайпер? Вот это молодцы, ребята. Так, допустим. Сколько осталось ходов? По 2 хода. А, у тебя даже целых 3 хода. Так, допустим, забираешь вещи. И сваливаешь. Need me? Так, ну ты пока стоишь на месте. Блин, хреново, что у него не было глушителя. Я забыл поставить ему глушитель. Тупо. Тупо забыл поставить глушак. Так, ты у нас доходишь уже замечательно. Эвакуация под угрозой, это мне не нравится. Эвакуация мне не нравится. Ладно. Ну, вроде как сказать, что это не палево, а просто тупо какие-то штрафы пойдут. Так, Кадьяк дошел. Блин, давай, Термин, дойди, пожалуйста, за 3 хода. Отлично, сваливаем. Вот эта операция просто отлично прошла. Замечательно. Поддержка в нужных местах была расставлена, все супер. Успех. Так, есть очень хорошие броники, да, по-моему, вот эти тяжелые броники, они не палевные. Это все палевное, да, это все в открытую. Павлин захвачен. Новое секретное досье архивы кода. По ультра, по коду и новый потенциальный агент Бундок. Окей, новые перки, новое обучение, вообще шикарно. Слушай, здорово. Пока продолжим. Жилое помещение, что у нас? Беглец присоединился к согласию. Вдохновленный нашей борьбой с наблюдателем, беглец решил покончить со своей спокойной жизнью в глуши и присоединиться к согласию. Теперь он полноценный оперативный агент. О, да ладно. Черт, а что переписывали? Нам повезло, что он вообще сохранился. Да, все самое интересное вымарано. Но ничего, справимся. Новых разведданных аж целых 5. Давайте сразу проведем тогда расследование. Отчет беглеца о береге слоновой кости. Замечательно. Операция берег слоновой кости. Так, блок КД. 17 военнопленных, американцы. 3 граждан СССР. Вертолеты вызвали военнопленных и оперативную группу. Мы вернулись на авиабазу. Военнопленные были немедленно взяты под контроль. Ага. Дна колодца. Базу дна колодца. Окей. Смотрим, что у нас здесь. 3 слова. Пиньята. Летучие лисы. С архиепископами. Но поэтому ничего у нас это, с этим нет. Здесь опять 4 слова. Воробей. В дне колодца, кстати. Флебустьеры, харисты. А вот и связь. Дно колодца. Воробей, флебустьеры и харисты мне нужны. Ничего из этого у меня нет. Окей, ладно. С этим разобрались. Теперь у нас здесь есть дела. Организация.
Дагмоламы. Что за дагмоламы? Так, три слова. Генераторной. Олухов. Банда. Целая банда. Так, инженерный клуб. Воробей. Райский сад. Честный папа. Ничего из этого у нас с вами нет. Хорошо. И еще одно дело. Здесь почти уже раскрытое дело. Ассала. Так, камергер, падший ангел и курильщик. Ничего из этого я тут вообще не вижу в помине. Так, бабники. По-моему, где-то были бабники. Вот, бабники. Основная связь. Афина Паллада. Раскрыто. Коготь рыси. Есть связь. Коготь рыси. Падший ангел. Есть связь. Ливень. Ливни не было. Курильщики. Поля Альбиона. Тоже, кстати, есть связь. И богиня. Богини не было. Два слова. Стальная дама. Рога изобилия. Ни стальной дамы, ни рогов изобилия здесь нету. Четыре слова. Живая сталь. КБ. Я только что сейчас выделял КБ, почему оно не выделилось? Странно. Так, ну КБ, по-моему, где-то была у нас связь. Или, может быть, она не здесь была. А, нет, вот. Вот связь с КБ. Живая сталь. Живая сталь не видел. Рог изобилия. Тоже не вижу. А, нет, вот и рог изобилия. Дымовики. Дымовиков я не видел. Так, мне нужны, получается, экскаваторы, да? А нет экскаватора, вообще серьезно. Ну, свяжись ты, пожалуйста. Ливень. Камергер. Блин, реально, серьезно, нет связи только с экскаваторами, и все. Офигеть. Мы почти закончили это дело, блин, а в итоге получается, что чуть-чуть осталось. Как раз последний документ. Ну ладно, в принципе, все понятно с этим. Денег пока что с вами не накопили. Агенты у нас вернулись на место, поэтому давайте сразу их назначим на все места. Так, беглец. Кстати, надо будет его прокачать. Это что у нас? Неконтактная мина? Интересно. Так, ну поставим то, что имеется. Револьвер. Здесь что-то, чем ты можешь владеть хорошо. Броник. Поставим тебе, наверное, пока такой броник. По перкам. Снижает расход внимания на уклонение. Увеличит преимущество полных укрытий. Давай возьму вот это, я лучше здесь. Здесь по перкам. Позволяет продолжить ход после стрельбы. Кстати, очень полезная вещь. А, и вот это, кстати, тоже интересная вещь. Нельзя подавить агента. Вот это прям интересно. Давай возьму, наверное, я тебя. Так, и обучение. Блин, вот тратить деньги сейчас на обучение... Либо подкопить на то, чтобы построить все-таки здесь уже дополнительные койки, места для агентов. Так, увеличит конус после поля зрения при дозоре.
повышает показатель брони, повышает скорость восстановления внимания. Повышает показатель брони. Ну давай броню. Так, тяжелый броник есть. Здесь. Ну тебе как раз, наверное, лучше поставить легкий броник. Вот этим, кстати, владеть ты не умеешь. Но ты, по-моему, у нас заскочил и стрелял с глушителя. Я точно помню. Я точно это помню. Так, Кадьяк. Кадьяку надо поставить глушак обязательно. Беглец. Не хватает глушителя, придется подождать. Так, ну давайте поставим тогда еще термину перк. Защищает от снижения показателя брони из-за коррозийных веществ. Повышает скорость восстановления внимания. Позволяет продолжать ход после броска гранаты. Давай лучше пусть он продолжает ход после стрельбы. Отлично. Здесь ставить ему нечего. Галага. Меридиан. Боезаряд. Ну давайте пока расставим. Значит, в пункте связи у нас боезаряд сидит на месте. Цех по изготовлению подделок. Назначим тогда Меридиан, потому что нам надо будет наших друзей обучать. Для этого требуются деньги. В мастерскую у нас пока постит Кадьяк и будет делать еще глушак. Придется ему, потому что он меньше всего затратит на это время. В аналитике мы все пока закончили. Туда никого не отправляем, в центр физической подготовки. Оракул, но это снижает очки действия. Беглец. Кстати, беглец. Во, давай беглеца. Ну и пока как-то так. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.